понедельник в лагере «Березовая роща» Саргатского района соберутся самые активные молодые люди Омской области, городов Сибири, а также гости из Казахстана. На протяжении недели они будут посещать образовательные площадки, где с ними поделятся опытом омские и российские эксперты. А также «Ритм» по традиции станет местом, где молодежь сможет представить свои проекты и получить гранты на их реализацию. О новшествах этого года организаторы «Ритма» рассказали на пресс-конференции в Доме журналиста. Основное из них – присвоение форуму международного статуса. В каждое из направлений будет включена международная составляющая. Мы, конечно, в первую очередь преследуем цель – это совместные проекты, направленные на приграничное сотрудничество. У нас уже определены люди, делегация из Казахстана, которые приедут и будут принимать участие во всех направлениях. Мы, конечно, ждем от них больших реальных проектов. В рамках форума предусмотрено 5 направлений – добровольчество, развитие студенческого самоуправления, творчество, а также впервые будут работать площадки «Туризм» и «Молодые педагоги». Среди экспертов, которые будут обучать ритмовцев, немало федеральных спикеров, успешный предприниматель и бизнес-тренер Барри Алибасов-младший, а также тренеры компании «Эврика». К нам приедут федеральные эксперты по всем направлениям. Студенческое самоуправление, добровольчество, творчество. Для того, чтобы рассказать ребятам о федеральной повестке, какие сейчас тренды, куда необходимо двигаться, какие проекты поддерживаются на федеральном уровне, чтобы они понимали, в каком направлении им работать. Конечно, на форуме РИТ состоится в рамках встречи диалога на равных встреча с губернатором Омской области Александром Леонидовичем Бурковым. И хотим тоже анонсировать, что в регионе у нас создан молодежное правительство, и как раз заседание, первое заседание молодежного правительства Омской области состоится непосредственно на форуме «Ритм» с участием губернатора Омской области. Как всегда, планируют удивить представители творческого направления, которые работу своей площадки в этом году посвящают Году театра. Каждый сможет из тех, кто попадет на творческое направление, сможет поучаствовать в создании спектакля, будь то бутафор, гример, актер, танцор. Каждый найдет свое место, свое приложение. И, разумеется, каждый день форума запомнится участникам насыщенной творческой и спортивной программы.